Бывают ситуации такие, вот как у меня один раз было. Пластиковая труба отломалась в стене. То есть ни паяльником, ничем ее не достать было. Да, в принципе, у меня тогда и паяльника не было. И как я тогда выкрутился из этой ситуации? Это была водопроводная труба, пластик еще даже, по-моему, даже не полипропилен был, но не суть. Знаешь, как я выкрутился? Взял фитинг, нагрел. Нагрел прямо на газу, плоскогубцами держал, насадил до конца. То есть внутренняя резьба заполнилась, охладил, пшикнул там водой. И все, она застыла, открутил, и получилась наружная резьба. Давайте это сейчас вот попробуем повторить. Вот, греем фитинг. Так же самое я делал и тогда. То есть грел прямо на газу. Тут самое главное именно хорошо прогреть его, чтобы он потом, этот фитинг, нормально сел на трубу и тем самым сформировал резьбу. Держал тогда обыкновенными плоскогубцами, так что вот такая вот работа. Это что называется, как выкрутиться в данной ситуации. Ну, можно уже попробовать. Сейчас охладим, посмотрим. Сдвинул. И вот видите, мы получили отличную резьбу. Теперь, то есть, подмоточку сюда и все. Видим, толщина трубы, все достаточно. То есть вот это держит. Естественно, я не проверял, какое давление, так сказать. Но сами понимаете, вот таким образом. Потом я подмотал, сделал подмотку здесь. Накрутил фитинг. И все. Все нормально получилось. Конечно, не желаю вам попадать в такие ситуации. Ну, если вы попадете в такую ситуацию, то знаете, выбор есть. Вот так вот труба была обломана. Нагреваешь фитинг, насаживаешь его, он заполняется. И все. И вы получаете нормальное соединение. На этом все. С вами был канал на YouTube Мастерком и канал на Дзен Домашний ремонт. До свидания.